напавшему на школу в Казани и устроившему там стрельбу Ильназу Галялиеву. Психиатрическую экспертизу проведут в Москве в Институте сербского. Специалисты должны установить, было ли у него психическое расстройство, отвечал ли он за свои действия и, самое главное, был ли вменяем в момент совершения массового убийства. Экспертизу назначили по просьбе дознавателей, которые сообщили, что неадекватное поведение стрелка препятствует полноценному проведению с ним следственных действий. На учетах в психдиспансере, наркодиспансере он не состоял, но при этом он неоднократно еще в прошлом году обращался к врачам с сильными головными болями. В настоящее время эта медицинская документация изъята. Кроме того, еще в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз. Он свидетельствует о заболевании головного мозга. В среду Ильназ Галялиев устроил стрельбу в 175-й казанской школе, в которой ранее учился. Там погибли 9 человек, 7 детей. Учительница, попытавшаяся спасти учеников, и ее коллега, свыше 20 человек, получили ранения разной степени тяжести. 8 пострадавших были доставлены санитарным самолетом для лечения в российскую столицу.